Приветствую всех на своем канале. И сегодня я хочу показать, как легко и быстро из одной ленты сделать вот такие разные цветочки. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Приступим. Для цветов я буду использовать вот такую ленту. Она у меня двусторонняя, шириной 3 сантиметра. Но ленту можно использовать любую. И начнем с самого простого цветочка. Такими цветами можно украсить любую композицию. Для этого она понадобится. Лента 3 сантиметра, как я уже говорила, она будет использоваться сегодня для всех цветов. И мне понадобится 40 сантиметров ленты. Берем ленту, обжигаем кончики, чтобы не сыпались, и будем собирать ленту на нить. Небольшими стежками собираем всю ленту. Когда собрали ленту на нить, соединяем края. Затягиваем и закрепляем. Расправляем цветок. И приклеиваем серединочку. Цветочек готов. Следующий цветочек. Я уже нанизала лепестки. Сейчас покажу, как они делаются. Берется лента, обжигаются краешки и обрезается. Для этого цветочка мне понадобится 27 лепестков. И сшиваются они, накладывая один на другой. Когда все лепестки собраны на нить, делаем небольшую сборочку. Напоминаю, 27 лепестков. И начинаем склеивать цветочек. И по кругу приклеиваем лепестки.
и доклеиваем до конца. Я заклеила все лепестки, и в серединочку можно пришить или приклеить бусины разного диаметра. Еще один цветочек из таких же лепестков. Так, напомню, как лепестки делаются. Обжигаю краешки. И обрезаем. Лепесточки готовы. Тут у меня прошито вместе 9 лепестков. Сейчас прошьем 13. Лепестки, как в предыдущем цветочке, просто один на другой накладываются наполовину и прошиваются. Чтобы края не сыпались, я их сразу обжигаю. Теперь соединяем первый и последние лепестки. Также накладывая один на другой. И затягиваем, оставляя небольшое отверстие. Закрепляем и обрезаем ниточку. Расправляем лепестки. Осталось приклеить первый ряд на второй. И серединочку. Рассмотрим еще один цветочек из похожих лепестков, но вот с таким вот разрезом. Берем ленту, делаем надрез. И зажигалочкой также обжигаем. Лепесточек готов. Я уже прошила вместе 9 лепестков. И второй ряд. Прошьем также 13 лепестков. Лепестки пришиваются просто, собираются на нить. И зажигалочкой, чтобы не сыпались. Соединяем первые и последние лепестки. Затягиваем и также закрепляем, оставляя небольшое отверстие. Расправляем лепестки. Для этого цветочка я буду использовать тычинки. Склею их между собой. Извините. И вложу в серединочку. Чтобы цветок был вот более такой пышный, я в серединочку немного клея добавлю.
тычинками. И соберу его вот так вот. И теперь можно первый ряд клеить во второй. Вот получается такой симпатичный цветок. Сегодня я показала, как быстро из одной ленты можно сделать вот эти все разные цветочки. И сейчас я еще покажу вот такую обыкновенную крученную розу. Берем ту же самую ленту, складываем под углом. Подклеиваем. И начинаем закручивать. Закрепляем клеем. Отгибаем ленту и закручиваем. Каждый шаг лучше фиксировать клеем, чтобы розочка не разошлась. Ее можно сделать более раскрытой и менее раскрытой. Снова отгибаем ленту и закручиваем. Фиксируем клеем. Так прокручиваем ленту. Сгибаем и прокручиваем, пока нам не нужна розочка определенных размеров. Когда размер розочки нас устраивает, край подклеиваем под низ. Это самая простая и быстрая розочка, которую можно сделать. Надеюсь, мое видео понравилось и было для вас полезным. Если вас интересует такого рода видео, пишите в комментариях, я сниму отдельно и подробно объясню, как сделать цветы. Спасибо, что были со мной. Если вам понравилось, ставьте лайк. Творческих успехов и до новых встреч. Пока-пока!